Бирбон, тык-тык. Ой, я ударилась. Ну, большую аллею сделали. Что-то не будешь снимать? А? Снимать не будешь? Буду. Да, маленькие, что-то горки. Раньше такая здоровая горка была. Ты что, самая большая горка? О, не сравнится с тем, что было раньше. Ты помнишь, что было раньше? У них тут еще Новый год, между прочим. Все из-за льда кругом. Вика! Ага. Поднимай. Эта газель тут, наверное, лет 20 уже стоит. Интересно, вот эта газелька. Тут вообще за сугробом замело машину. Есть машина, нет машины, непонятно. Вот это тарелочки здоровые. И тут замело машину.
Вот в этом доме я когда-то жила. В четвертом. Пол детства здесь провела. Ну, как сказать, до 12 лет. И здесь мы всегда играли. Ну что, пойдем посмотрим, как что изменилось у нас. Надеюсь, мне не страшно будет. Но я не уверена. Да. Привет, Кися. Ты чей? Ну, капец, конечно. Раньше чуть получше было. Страшно еще подниматься. Кому? Кто с нами? Нет? Китя, ты чей? Ой, как тут стрёмно подниматься. Китя. Старайся. Ты чей? Не упади, я тут падала вот отсюда. Вот туда. Когда-то. Давно. Во втором классе мы здесь играли. И я вот туда вот. Вот через эту дырку упала. Китя прям здесь живет, походу. Наверное. Вот в этой квартире я жила. Пошли. Нету там никого? Нет. Позвони, но не открывай. Раньше тут бегала, а сейчас стрёмно даже наступать. Ой-ё, мне кажется, можно провалиться. Если хорошо постараться. Лучше тут не прыгать. Ты что-то снимаешь? Ну да. Оставили. Наверное, там можно провалиться. Идем в гости. Поехали!